названы ключевые провалы кинопремии «Оскар». Список включает актеров, режиссером, а также ленты, которые обделила вниманием Американская академия кинематографических искусств. Авторитетное британское издание «The Guardian» составило рейтинг топ-20 ключевых провалов премии «Оскар». Этот рейтинг включает режиссеров и актеров, а также фильмы, которые остались вне поля зрения представителей Американской академии кинематографических искусств. Топовую позицию в рейтинге занял Альфред Хичкок, который был 5 раз номинирован на премию, однако так ни разу и не был удостоен награды. Единственный раз, когда Хичкок таки стал обладателем «Оскара», был не за его фильм, а за заслуги в кино в целом. Вторую позицию занимает Стэнли Кубрик, который был номинирован 4 раза в категории «Лучший режиссер». Предполагается, что он был лишен награды, поскольку не посещал церемонию, он жил в Великобритании и боялся летать самолетами. Тройку лидеров замкнула лента «Гражданин Кейн» режиссера Орсона Уэллса. По мнению кинокритиков, это величайшая лента из тех, которые не были удостоены «Оскара». В первую десятку также были включены актриса Мирна Лой, актер Чарли Чаплин, фильм «Таксист» Мартина Скорсезе, картина «Великая иллюзия» Жана Ренуара, актриса Джуди Гарленд, лента «Нефть» 2007 и актер Роберт Митчем. Ранее сообщалось, что были объявлены все номинанты на премию «Оскар» в 2018 году. По материалам сайта news.com.